Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу показать поселок, еще один очень уютный в Крыму. Называется он Орджоникидзе. Поселок очень красивый. Здесь есть и частный небольшой сектор, дачи сдают на лето. И огромный выбор квартир в многоэтажных домах. Пятиэтажки здесь. Поселок сам небольшой. Здесь совершенно... Хороший, очень интересный такой пляж, красивый. Сейчас я вас приглашаю прокатиться я на авто. Думаю, погода будет не помеха. Вам показать сам поселок. Стоит туман на улице. Вот мы видим храм Степана Турожского. Замечательный храм, в котором хранится, находится самая огромная коллекция с лицами и мощами многих святых. На территории храма есть также детская площадка. Красивая, облагороженная территория. Огромный выбор жилья, квартир дается в Орджоникидзе. Цена начинается с 1500 за однокомнатную квартиру и где-то в районе 3000 уже идут трешки. Приличные квартиры здесь дают. Сейчас мы с вами прокатимся, я вам покажу детскую площадку, магазины и пляж. Мы видим детскую площадку. Детская и сразу спортивная площадка. Ну, летом здесь, конечно, намного красивее. Вот за детской площадкой там находится стадион. Множество разнообразных кафе, ресторанчиков. Еще раз повторю, сам поселок небольшой, но очень уютный. Буквально до Феодосии здесь ехать на автобусе 10-15 минут. Вот это выход к пляжу. Вот мы видим одну из гостиниц. Вот здесь вот летом устанавливают аттракционы, батуты. Зимой здесь стояла новогодняя елка. А это вот местный дом культуры. Вон мы видим уже пятиэтажные дома. Здесь буквально, если снимать квартиру, буквально вышел, они почти все с видом на море, которые сдаются. Буквально 3 минуты, и вы уже на пляже с утра. Что-то здесь зимой перекопали. Ну, к сезону, конечно, это все отремонтируют, доделают. Уже не будет этих траншей.
Также перед Орджоникидзе там есть дачный поселок с выходом в двухъякорную бухту. Там находится пляж. Только здесь песчаный пляж, а двухъякорной бухте галька. Парисы, елки, отлично зеленые растения, достаточно. Много еще в советское время, когда он был закрыт, здесь квартиры покупали. Так дорого они были в то время. После присоединения Крыма в России, из Питера, вот мы подъезжаем к пляжу, к морю. Вид здесь открывается, ну, я считаю, очень такой красивый, живописный. А вот школа с видом на море. Сейчас мы с вами проедемся. Покажу вам многоквартирные дома. Огромный выбор, разнообразный. Вот. Летом здесь все в цветах. Вот они идут уже этажные дома. Вот улица торговая, там купить можно, в принципе, все. Спасибо вам за просмотр, друзья. Желаю всем здоровья, счастья и добра. До свидания.